Значит, смотри. Испытание, ну, говорит ли тебе о чем-нибудь такое имя, как Дмитрий Губерниев? Конечно, выступал он тут. С вами Дмитрий Губерниев, мы здесь на ДКБ Ски Арене знаменитой, где спустя 2 года снова проходит этап Кубка Мира. Ты дурак, что ли, эй? Что ты мне в ухо говоришь? Конечно, говорю, да, голос русского биатлона. Это испытание называется соответствующее. Биатлон, к счастью, здесь мы избавим тебя от Губерниева. Никакого Губерниева не будет. Жаль. Твоя задача — это всего лишь выбить все 5 мишеней, закрыть все 5 мишеней. Хорошо. Как только ты отстреляешь все 5 мишеней, ключ получишь сразу. Вот. Итак, готов? Да. 3, 2, да. На это испытание времени мало. И выходи, как только я тебе скажу. 3, 2, 1, поехали. Так, а мишени вдалеке, да, которые стоят? Да, мишени вдалеке. Да, кто воды добавляет? Ну что, получается? Тут вроде бы. Осталось где-то половина. Угу. Угу. Сколько уже закрыл? 2. 2? Слушай, тебе лучше поспешить. Потому что время утекает, конечно. Да, блин, вода. Вода мешает, да, я понимаю. 3, да. Давай быстрее, быстрее. 1/4 времени остался. Будь готов выйти, как только я тебе скажу. Совсем немного есть. Времени. Где ключ? Выходи. Где ключ? Он должен выпасть. Да. Выходи. Есть? Есть. Ну, ты нашел его, слава богу, да.